Здрасте. Сирень. Здоров. Салют. Привет. Я в сопротивлении новенький, так же, как и вы. Меня приняли после смерти моего отца. Вы девочки. Вы так похожи на мою дочь. Заводля. Привет. Ну, как все прошло? Я чуял сердцем, что это случилось. Но спасибо. Спасибо, что отомстили за друзей. Спасибо. Чертеж, который нужно на ИС, должен быть в этой башне. Значит, мы ищем любые подозрительные дискеты. Спасибо.
Ладно. Вот и он, Джесс. Первый фрагмент чертежа цитадели. Я бы запросто могла стать механиком. Помнишь, я сама смастерила моноцикл? Ага, он на следующий день сломался, а мама с папой лишили для карманных денег на 3 месяца. Я нашла второй фрагмент чертежа. Последний фрагмент зашифрован. Она из не ошиблась. Давай найдем компьютер и расшифруем.
Думаешь, он ищет ту штуку из его заметок? Ключ Бога? Не знаю. Он этот ключ сам. Его пропажа. Я не поняла.
Серень. Алло, привет. Есть новости? Прекрасно, Лифей. Благодаря вам наши бойцы смогут быстрее уничтожить цитадели. Салют. Привет. Вы девочки. Вы так похожи на мою девочку. Здоров. Есть минута? Вы же видели панцерхундов? Это злые, уродливые зверюги. Но мы хотим узнать о них больше. Есть особый панцерхунд. В нем есть шварцебокс, то есть черный ящик с кучей полезных данных. Очень прошу, убейте этого панцерхунда, заберите черный ящик и вернитесь ко мне. Ладно, спасибо. Девочки, этот панцерхунд находится в одном из контейнеров. Вам придется обыскать их все. Будь начеку. Сто пудов тут есть нацисты. Скорее бы отправить нацистов в ад.
уничтожен! Keine weiteren Soldaten verfügbar! Разные источники донесли тревожную новость. В вашем районе нацисты проводят чистку среди гражданских. Спасите больше людей, лады?
Бедная псинка. Пошли искать Шварцебокс. Я тут пока почитаю. Погоди, сейчас я приду. Эй, хочешь почитать? У тебя пушка, Софи.
Девчонки, у нацистов намечается собрание недалеко от вас. Проберитесь в конференц-зал и поставьте микрофон на телефонный аппарат. Попробуем добыть какие-то сведения. Удачи! Жучок остановлен. Молодцы, девчата. Проигрывают войну. Что мир изменился за последние 20 лет? Благодаря Уильяму Джей Бластерицу и единому сопротивлению нацистов удалось выдворить в Европу. И весь мир уже наслаждается свободой. А ее получится. Берите оружие. Давай, не будем разрушить. Девчонки,
На лифте в гараже Серебрянок вы можете добраться до вершины башни. Нужно найти дорогу к лифту Андаресу. Заправочная станция вроде здесь. Похоже. Ах.
первый готов. Иду к тебе, Софи.
Джесс. Здорово. Заводня. Привет. Ну, чем порадуете? Оки-доки, девчата. В этом Шварцебокс координаты одного из бункеров, где нацисты производят панцерхундов. Идите туда и уничтожьте блок, управляющий производством этих собак. Ладно? Ну, давайте. Выдвигаюсь к тебе, Софи. Похоже, вы разгромили весь флот дирижаблей в Париже. Ну вы крутые девчата.
Здрасте.